BalconyTV. Здравствуйте, это BalconyTV Крым, с вами Йолли, у нас прекрасная погода, замечательные люди собрались здесь. Мы вас всех рады приветствовать, слава богу, наступила весна скоро. У нас Сергей и его замечательный проект, такой хипстерский табор цыганский, который называется Bake Like a Tree, правильно? Мы сейчас будем их слушать. Внимание! Первая песенка «Молчи меня» называется. Последний год.
Make like it three. Расскажи, пожалуйста, Сереже, что это вообще за проект? Я так понимаю, что ты путешествуешь по разным городам, весим наши необъятные родины, и не только нашей. Расскажи о том, где ты был последний месяц, куда тебя несет, и вообще, что это за проект, почему, как он передвигается по пространству? Этот проект, он призван для того, чтобы, можно сказать, объединить, можно сказать, таких музыкантов хороших, вот как нынче здесь собрались. Вот я просто приезжаю в город, нахожу классных всяких людей, которые умеют играть на музыкальных инструментах, и пытаюсь их сподвигнуть на то, чтобы делать музыку вместе. Вот, путешествую по городам и весям, и делаю музыку, получаю от этого удовольствие, приглашаю к этому людей, поэтому присоединяйтесь! То есть сегодня, на самом деле, вот в этом всем еще участвовало двое ребят из проекта BalconyTV, Макс и Оля. Вот. И ребята, которые найдены были, я так понимаю, в течение суток ближайших. Ну, да, что... в течение пару часов. Часов. Потому что мы с тобой виделись вчера, и еще никого не было из музыкантов. За ночь, ночные поиски музыкантов. Ночные поиски музыкантов у нас, вот так вот, да? Очень приятно, очень здорово, очень прикольно и солнечно, несмотря на то, что у нас в Крыму очень холодно. Вот. Идет пар изо рта всех, но все прекрасно. Спецэффекты. И, да, тут спецэффекты. Вот, с вами BalconyTV Крым, мы рады вас приветствовать на крымских балконах, и всегда будем рады. С вами Йолли, и всем до свидания. Пока! 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 BalconyTV!